Центр внешкольной работы является координатором юноармейского движения в Центральном районе. Вообще в Сочи создано 39 юноармейских отрядов, которые объединяют почти 700 школьников. Сегодня школа командиров дала старт новому городскому проекту «Мой герой». Юноармейцы накануне 9 мая занимаются исследовательской деятельностью. Необходимо собрать материал о членах своей семьи, участвовавших в Великой Отечественной войне. Собрать больше материала о своих родственниках, участниках Великой Отечественной войны, которые не вернулись с боев, которые вернулись, да, и которые пропали без вести. Им эта информация собирается, ну, соответственно, в архивах. Если не удается найти информацию через интернет-порталы, достаточно данных семьи. Рассказывала это моя бабушка. Ее дедушка, когда был на войне, он как бы вел свой дневник. И она, а потом бабушка нашла этот дневник и мне это все рассказала, и я записала это сюда. Итогом станет электронная книга памяти юнармии Сочи.